Доброе утро, друзья. Смотрите, у нас погода меняется, как и передают синоптики с завтрашнего дня. Ну, завтрашнего. Завтра обещают прям дождик такой целый день. Прям вообще хороший такой дождик. И вот уже, видите, такие тучи надвигаются. Но вид все равно потрясающий, вообще классно. На улице 15 градусов, и что-то я вот так вот иду в этом костюме сам голубого модела. И прям, знаете, подзамерзла маленечко. Ну, когда вот ветерка нету, а его, ну, такой есть небольшой, то нормально. А вот так вот прохладненько, как-то прохладненько. Ну, ничего, сейчас на работу приду, там тепло, хорошо, пойду работать. А ты такая нежная, королева снежная, распустила волосы по своим плечам, по своим плечам. Белая какая. Так, я приехала уже домой. Там у меня готовится в шатайн-машине моей. Купила вот такие наггетсы куриные. Они им уже скоро все, они устали. Но вот я им уставшими уже их готовлю. К ним был вот такой соус барбекю. Также я купила гночи. Гночи. В общем, ленивые вареники с картошкой. Все. Больше нет никаких слов и восклицаний. Обычные вареники с картошкой. Только ленивые. Так, сейчас я их отварю. Они буквально варятся 2 минуты. А к ним я взяла вот такой грибной соус. С трюфой даже. Трюфа. В общем, вот такой грибной соус. В Балди я взяла все это. Вот, взяла вот такую вот кружку мерочную. Давно на нее смотрела. У меня, знаете, есть кружка, но она не кружка, а это от миксера. Миксер, да? Такой погружной. И он уже там, уже все, трындец капец. И вот решила, а тут все в одном флаконе, как говорится. Все падает. Падают листья. Ну и пусть зато прозрачный свет в памяти лица. Это все надо мыть. Тут вот всякие штуки, муки. В общем, удобная должна быть штука мерочная. Потому что обычно, знаете, там 500 миллиграмм воды, 500 миллиграмм не знаю что. Ой, а тут еще и разные всякие штуки, смотрите. В общем, удобная штука должна быть. Так, купила, ну, масло оливковое, это как всегда. Мандарины, клементины. Ну-ка, я даже не видела, хорошие они, не хорошие, может, они полугнилые там. Нет, хорошие. О, какие хорошие клементинки. Валенсианские. У нас есть регион Валенсии. Там растут смотри. Ой, какие красота. Какова. Сейчас переверну. Какова красота! Какова! Наверное. Вот, мы когда ездили в Барселону года 2 или 3 назад, не помню, влог снимала. Вообще, мы везде, я в Испанию объездила вот так, вдоль, поперек, и вот так. Была везде, кроме севера. Вот представляете, я вот дальше Барселоны мы не заезжали. Не знаю, как-то судьба не складывалась. Я как-нибудь расскажу вам о своих поездках по всей Испании. Много раз. Я в одном Мадриде была раз, наверное, 15, если не больше. В ночь. Вот в соленой воде. Варим наши эники-беники. Ленивые вареники. И вот там, когда мы приезжали в Валенсию, там поля этих мандарин, апельсин.
Вообще прям вот едешь, одни апельсины, мандарины. В нашей зоне тоже растут апельсины и мандарины, так что не только в Валенсии. У нас, вообще в нашей зоне чё только не растет. Вот все растет. Все, вот кроме крыжовника. Крыжовник не видела. Ой, я же хотела еще это, тыкву запечь, знаете, сейчас запеку. А так все есть, абсолютно хорошая земля. Купила еще, смотрите, вот такие наушники себе, беспроводные, тоже в Aldi, 10 стоила. Они уже заряжаются, или уже зарядились, не пойму. Такой в коробочке, мне гулять, мне кажется, будет очень удобно. Сейчас они. Ну и курицу сейчас буду бульон. Завтра хочу опять суп мисо. Мисо, по-моему, называется суп. Очень нам понравился. И заодно вам сниму, как я все это делаю. Потому что он супер-пупер вкусный. Кстати, вчера картошку пожарила. Я попробовать одну картошечку с печеночкой попробовала. Остальное все муж сожрал. Я говорю, ты что, всю сковородку сожрал? Он говорит, а что это не мне? Я говорю, ну тебе, я хотела завтра тоже, типа, это того. Там оставил вот так вот, знаете. Я говорю, кому ты это оставил? Не мне, не себе, это вообще кому? И вот постоянно так в тарелке, две ложки, но оставит в кастрюле. Там вообще ни порции, ни полпорции. Я говорю, кому ты это все оставляешь? Супа тоже оставил, знаете, полкоречка. Что, нельзя съесть его? Странные люди. Так, ладно. Все, точно. Сейчас отправлю тыкву в шатай-машину. Она у меня там быстренько запечется. Может, и с медом. Вчера тоже видела, кто-то делал. Вкусно должно быть. Тыкву не любила, представляете? Ужас какой. Мой обед, кстати, очень вкусный. Вот эти вот вареники с этим соусом грибным. Я вообще грибы люблю и все, что грибное, люблю. И вот наггетсы. Так что всем приятного аппетита. Смотрите, как у нас там темно. Ну, там нормально. А там прям уже к дождю. Вообще чувствуется прям осень. Такая осень-осень. Потому что пахнет листьями, которые жгут. Жженными листьями. Прям мне вот напоминает мою школьную жизнь. Идешь, так вкусно пахнет вообще. Там впереди какие-то женщины идут. Я их потихонечку начинаю догонять. Наверное, сейчас уже догоню. И я обгоню. Вот, наверное, на этой неделе я последний раз иду уже на пляж. Так как у нас передают на завтра, на послезавтра. Даже на завтра прям 90% дождь. Так что на работу я, наверное, не поеду. Потому что, знаете, здесь, ну, в Андалусии, скажем так, когда идет дождь, Для людей все какое-то стихийное бедствие, они никуда никогда не выходят на улицу, потому что вдруг даже детей в школу не водят, представляете? Все, дождь идет, он тут идет-то буквально раз в году, скажем так, вот. Ну и не такой вот, что прям зарядите не дня на 3-4, а так пройдет денек, и все, и перестанет, в общем, да. Вот, поэтому я к чему это говорю-то? В дождь не то, что там какие-то парикмахерские работают нормально. Даже в школу люди-то не идут. Поэтому, если будет с утра уже дождь такой нормальный, то устрою себе выходной и будет поход по магазинам. Вы уже подписались? Все обязательно подписывайтесь. Смотрите, какая у меня подсветка солнца замечательная. Ставьте лайки. Спасибо вам за ваши комментарии. Вот, а сейчас небольшая прогулочка к морю. Вот, наверное, последний раз на это. Я уже, наверное, повторялась, не помню. В общем, прогуляемся, посмотрим. Нет, конечно, так вот я имею в виду. Последний раз на этот пляж. А так можно в субботу пойду на пляж, там вот, где работаю. В воскресенье, поэтому такой маршрут. Если завтра будет закончиться дождь часов 4, то по полям рвану. Потому что здесь, вот смотрите, такое покрытие, скажем так, асфальт, что здесь не бывает, вот как я помню, в России у нас лужи такие непроходимые. Здесь вот так вот как-то все сразу сухо, все как-то сразу не грязно.
Поэтому такой вот грязи черноземной, как у нас тамбовская, здесь не бывает. Я помню, знаете, у меня носки всегда черные были от грязной пыли, от всего. А здесь носки неделями можно носить. Они только если колом станут, ну, от естественной грязи, но не от вот этой вот. Поэтому здесь многие даже и дома не разуваются. Я вообще, если честно, не понимаю, как можно не разуваться дома. Можно ходить в той же самой обуви, что и по улице. Во-первых, ну не то, что там как-то не гигиенично или еще что-то. Но это же неудобно. Некоторые даже не переодеваются, допустим, да, как-то странно, например. Я лучше переоденусь в домашний костюм, в котором все удобно, нигде ничего не жмет. И ничего нигде... Господи, мошкары столько. А другие как-то ходят там. Ну, не знаю, если, наверное, может быть, по 15 раз в день они выходят на улицу, то да, там переоденешься, наоденешься, переоденешься, замучаешься. А если вот, ну, не знаю, как можно переодеваться или ходить в уличной обуви, в кроссовках, например. Да мне неудобно. Ну, а вот здесь, да, многие даже на диван в этих кроссовках лезут. В общем, да, как-то все проще, как-то проще к этому всему относится. Вот, поэтому... Грязи здесь не бывает. Здесь вот такая вот. Фу, блин, зато мошкары много, которые летают и в рот, и в нос, и куда хочешь. Смотрите, вот это тоже медуза. Как сопелька такая, сопеленька. Купилечки. Фу! Ага. Трусишка. Волн испугался. Короче, тут, наверное, вчера плавала огромнейшая медуза, которая вот то ли кто-то ее корабль, может быть, располосовал, или еще что. Ну, короче, от нее выходят останки. Никогда, никогда! Музон сейчас слушала. В своем новом наушнике я один надела. Что-то как-то он непонятно выступает из уха. Чипированная я теперь хожу. С чипом в ухо. Представляете? Розовенький. А какой он мог быть еще по цвету, если не розовый? Розовый фламинго. Ай, хорошо. Так. Разобралась, чуть-чуть убрала там на террасе, наверху, на крыше. Ну, кашульчики убрала Чарлины, а то же дождик обещают, они там разбухнутся и будут там плавать. В общем, кто кушает, извините. Но правда жизни. Снимать ничего не стала, потому что там тьма тьмущая. Я сейчас для Чарли вкусняшки готовлю. Такие у него есть колбаски. Кстати, вкусно пахнут, хоть сама кушай. Но эта колбаска для него слишком много, и я вот ее... Вот так вот ножницами на три части разрезаю. Вот. И такие вот вкусняшки у него. Когда мы какой-нибудь чай я там пью или еще что-то, чтобы он сильно не завидовал. Он же тоже человек, правильно? Ему тоже хочется. Вот, например, смотрите. Вот он уже знает, что тут мама вкусняшки разные, колбаски режет. И вот тоже он хочет. Да, вкусно. Вот. И чтобы ему не было завидно, потому что наши вкусняшки там сладкие, я ни в коем случае не разрешаю ни мужу, ни сама ему не даю, потому что сладкое очень вредно для животных. Вот, а я хочу, чтобы мое животное жило долго и счастливо. Поэтому вот такие вот разные, вот так вот делаю вкусняшку и буду ему давать. Чтобы... А, знаете, что я хочу полопать сегодня? У меня есть вот такой набор. Здесь персики, груша, абрикос, ананас и этот виноград. В виноградном соке. Без сахара, без всего. Вот я сегодня буду ужинать вот этим вот, вот этими фруктами. И, наверное, еще, ну не наверное, а точно чай, кстати, пить охота. Чай заварю себе какой-нибудь. Вкусненький. За ваше здоровье.
и все. И на этом закончим наш сегодняшний день. Я там с обувью кое-как уже разобралась, достала ботинки, ну, зимние. Брала там кроссовки. Летнего мамочки. Кто там? Келли. В общем, разбираюсь потихонечку. Буду с вами прощаться до завтра. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.